как делать проповедь актуальной, как делать так, чтобы проповедь не была чем-то далеким, просто изъяснением текста, чтобы она стала близкой людям, понятной людям. И вот здесь я хочу предложить несколько пунктов, говоря об этой теме. Есть книга одна, «Проповедь сегодня», на английском языке, правда, и автор ее Клайд Фант, он говорит о двух гомилетических ересях. Двух гомилетических ересях – закваски фарисейской и закваски саддукейской. Так образно он это выражает. Есть закваска фарисейская. Фарисейская закваска, она характеризуется такой преданностью букве закона. Вот. То есть, когда акцент делается непосредственно на самом текст. Вот чем она отличается? Чрезмерный упор на оригинальный язык текста. Когда проповедник большое внимание уделяет греческому языку, еврейскому, конструкции, стилю, историко-культурному анализу. Упор на религиозный ханаанский язык. Вот. Когда он использует такие непонятные термины, как бесчинный, опять же. Он старается, чтобы все было по Библии. Он никогда не скажет проститутка, он скажет блудница. Вот. И все другое. Он строго идет по Библии, используя этот язык. И третий высокопарный тон в изложении, вот, ну, это когда проповедник выходит за кафедру, его голос меняется. Вроде смотрим, нормальный человек говорил, вышел за кафедру, другой голос, с надрывом каким-то там, с подъемом особым. Вот, и неестественно начинает иногда говорить. Это, как он говорит, закваска фарисейская. Вот, очень хорошо, интересно, об этой закваске сказал Спеджин. Спеджин говорит, я знаю проповедников, которые великолепно говорят о 10 пальцах зверя, 4 лицах херувимов, о мистическом значении шкуры леопарда, шестах скинии и окнах храма Соломона, но не могут ничего сказать о грехах современного делового человека, о нуждах и искушениях нашего времени. Ну, это, скажем, если вы вышли проповедовать, вы рассказали все о скинии, как она была устроена. Но человек не знает, а какое это отношение имеет к нему? Что для него значит эта скиния? Это закваска фарисейская. Вторая ересь – это закваска саддукейская, это поглощение современной культурой. Упор на непосредственное откровение – в том, на то, как я понимаю этот текст. Не на то, что текст говорит, а на то, как я понимаю этот текст, как я понимаю Бога. При возношении человеческого фактора, то есть главное не то, что говорит текст, а что или в чем нуждается человек. Когда мы смотрим на людей в зале, думаем, что нужно этому человеку. Есть проповедники, которые думают о том, так, что говорит Библия. Библия говорит все, что нужно современному человеку. Есть другие, которые смотрят на залы и думают, вот что нужно этому человеку? У него такая проблема, у него такая. Так, где текст Библии, который помогает решить эту проблему? То есть другой подход. Потеря авторитета, гуманистическая проповедь, это уже в крайности, когда крайние мы уходим, и уже Библия остается в стороне, и в центре один человек. Человек и психология. И это такая серьезная проблема, я думаю, серьезная проблема современных проповедников. Потому что есть действительно проповедники, которые очень хорошо ориентируются в тексте, которые хорошо знают текст. Они знают оригинал и читают Библию в оригинале. Они знают разницу между Гомором и Хомером. Знаете ли вы разницу, братья, между Гомором и Хомером? Есть проповедники, которые это знают. Они разбираются в древних традициях. Они знают, в чем отличаются фарисеи от саддукеев и так далее. С другой стороны, есть проповедники, которых это совершенно не интересует. Зачем греческий? Они открывают газету, они читают журналы, они смотрят ток-шоу, потом они какие-то достают тексты Библии, и они объясняют, что это значит для современного человека. И вот здесь мы ищем золотую середину во всем этом. Мы знаем, что, во-первых, проповедь основана на Библии. Ничто другое не может стать основанием проповеди. Ничто другое не может заменить текст Библии. Ничто другое не может придать нашей проповеди власть. Именно слово мое подобно мечу или молоту или огню, говорит Господь. Именно слово может произвести действие в жизни человека. Но с другой стороны, для того, чтобы проповедь имела успех, она должна быть актуальной, она должна быть понятной, она должна быть близкой людям. Мы говорим не просто о каких-то древних грехах. Мы, например, не просто проповедуем там, о грехе Малакии, а что это такое. Или человека хищничества. Надо объяснять современными словами, что значат эти слова, что значат эти грехи. Надо быть экспертом тогда и сегодня, как говорится, знать, что происходило тогда и то, что происходило сегодня. Вот это задача проповедника. Ну, если бы я умел рисовать, братья, ну, представьте себе, что это такой молот древнего человека. Вот я не совсем так, может быть, умею рисовать, но. И представьте себе, что это компьютер. Вот эта клавиатура.
Вот это компьютер. Вот. Вот. А это первобытный мир, это мир современный. И вот задача проповедника перебросить мост из древнего мира в мир современный. Взять древний текст Библии, который был написан 2000 лет тому назад, в котором есть много непонятных слов и выражений, и сделать его актуальным, понятным, близким современному человеку. И как это нужно делать? 8 пунктов у нас будет, как мы можем это делать. И мы потом по пунктам пойдем, можете сейчас не записывать. Пойдем потом, как работать или сделать проповедь актуальной. Аллегоризация, применение, актуальные темы, современные события, понятный язык, контакт с аудиторией, актуальные образы и примеры и проповедь Евангелия. Первое – аллегории. Вероятно, самый такой древний метод преодоления пропасти между текстом и слушателями – это аллегория. То есть, когда проповедники пытаются истолковать в духовном так, в значении, в скрытое значение найти в тексте. Ну, например, если мы проповедуем на книгу «Песни песни». Вы слышали проповеди на книгу «Песни песни»? Да? Я однажды говорил. Однажды говорил сам даже? О чем говорил? Сейчас не помню, об отношениях там мужчина, женщина. Мужа и жены? Да, мужчина. То есть буквально, как написано, так и говорил. Вот. Потому что в большинстве случаев эта проповедь толкуется аллегорически. Ну, да. Как отношение Христа и церкви. И, наверное, и то, и другое имеет значение, и отношение. Потому что в Библии супружеские отношения характеризует отношение Христа и церкви. Вот как Ориген толковал, он говорил, начинал, когда толковать песни песней, и он так писал. «Мы должны рассмотреть сами слова, которые впервые произносит невеста в молитве. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, их значение. Сколько еще мой жених будет посылать мне лобзание через Моисея и пророков? К его устам жажду я прикоснуться, гряди сам, сойди скорее на землю». То есть, ну, обычно так, кто-то и толкует прямо, да лобзает, это значит, да целует меня жених, то есть муж, жена целуется, радуется в своем общении, страсти. Вот. А Ориген говорит, здесь невеста хочет, чтобы Христос к ней прикоснулся, жених ее. Моисей, пророк, это хорошо, она хочет самого Христа, пусть сам Христос к ней придет. То есть аллегорическое толкование текста. Вот. Иногда бывает, это доходит уже до каких-то больших проблем, пределов. Спеджин предупреждал, не искажайте текст неправомерным приданием им духовного смысла. И он приводил пример Спеджин. Он говорит, что один человек посмел рассуждать о Троице на основании текста. На голове у меня 3 корзины решетчатых. Помните в книге «Бытия», когда Иосиф сидел в тюрьме, и вот там был сон одному человеку. На голове у меня 3 корзины, он говорит, начал проповедовать о Троице. Она цифра 3. Вот. Я, кстати, тоже слышал интересную проповедь, слышал об одном известном проповеднике, который пришел к пятидесятникам проповедовать вот, в нашем городе, в Бресте. И он проповедовал среди пятидесятников историю, взял в качестве основания для проповеди историю о том, что Бог попоил пятидесятника с его пятидесятком. Вот это была очень необычная проповедь. Ну, и помните Илья, когда подходили люди к Илью, ну, там да. Ахав послал пятидесятника с пятидесятками, и Бог попалил. Да, 2 раза. Вот, два раза. И он проповедовал об этом пятидесятника. Бог попалил пятидесятника с его пятидесятком. Я не знаю, чем это кончилось, но он такой мудрый очень, брат, такой хитрый, так умеет все это подвести, сказать. Он, конечно, там сказал то, что хотел, но... Но мысль осталась, мысль осталась. Он не делал упора на этом, но он прочитал, мысль осталась, конечно, да. Способ это, вот надо быть осторожным, вот когда мы так делаем, когда мы берем и как-то аллегоризацию используем, аллегории. Вот, и мы часто используем аллегории, кстати, или, ну, может быть, не аллегории, в нашей традиции мы чаще используем спиритуализацию, то есть одухотворение текста, мы ему духовный смысл придаем. Скажем, когда мы читаем о том, что Христос плыл на лодке с учениками, и потом была буря в море, мы говорим о том, что в жизни бывают бури. Но Господь восстает, Господь скажет, умолкни, и бури утихают. А на самом деле, о чем говорит этот текст вот Евангелия от Марка, 4 глава, 35-41 стих? Если мы внимательно посмотрим Евангелие от Марка, мы увидим, как Марк последовательно говорит о власти Иисуса. Иисус исцеляет больных, потом прокаженных, поднимает. Потом Иисус господствует над болезнью, Иисус господин над природой. И здесь он говорит о том, что Иисус господствует над природой. То есть основная тема этого отрывка не то, что Иисус усмиряет бури жизни. Не об этом речь. Речь о том, что Он Господь природы. Всемогущий. Он всемогущ. Об этом говорит Евангелие от Марка. И, да? Ну что, вообще нельзя как применение сделать то, что Бог, ну, Бог, как вы сказали, Бог вступает в нашу жизнь, когда бури утихомиривают и эти бури.
Да, можно. Но я думаю, на что мы должны обратить внимание? Мы должны начинать с основного значения текста. А, то есть начать с природы, начать с того, что... Первое, мы должны показать, а что на самом деле значил этот текст? Угу. Что на самом деле? Если мы не поймем, что он значил, наши выводы будут неправильными. Мы делаем какие-то очень интересные выводы. Аллегории иногда заслушаешься. Настолько интересные бывают. Почитать Оригена, Августина. Вот. Но мы потеряли оригинальное значение текста. А мы могли бы сказать больше. Мы могли бы намного больше богатства раскрыть текста. Поэтому мы начинаем с того, что обнаруживаем оригинальное значение текста. А потом, если это уместно, если это подтверждается другими отрывками Писания, если с этим согласен Дух Писания, Евангелие, мы можем делать другие выводы, дополнительные какие-то. Что Бог владычествует над природой. В нашей жизни тоже бывают бури, образно можно сказать. Я не думаю, что здесь есть грех, но не забыть оригинального значения текста. Вообще в нашей традиции славянской, такой русскоязычной, это очень распространен, такой метод очень распространен. Вот и если читать «Братские вестники», вот старые журналы наши, то там можно много найти. Там можно много найти таких примеров, когда братья приводили, занимались, так сказать, одухотворением текста. Например, Карри, вот известный проповедник, такой русскоязычный, когда он проповедовал о преображении, и он говорил о том, что ученики уснули, да, и потом раз, пробудились ученики. И он говорит, что мы тоже часто засыпаем, и нам надо толчки какие-то, чтобы нас пробудить. Вот. И как бы аллегорически это все делает. Или когда мы говорим о горе преображения, да, часто проповедники говорят, вот как ученики поднялись, и мы должны подниматься на гору преображения. То есть суть в чем вот этого праздника? А, вот прославление Христа. Христос Бог. Но иногда мы идем дальше. А? Да, но иногда мы добавляем, я не думаю, что здесь плохо. В принципе, образно. Образно можно использовать. В Библии много образов. Пустыня имеет свой образ. Горы имеют свои образы. И мы говорим об этом. Но надо не забывать основное значение текста. Вот, один из таких текстов, которым проповедники часто пользуются, это Луки 2 глава. Помните, когда Мария и Иосиф потеряли Христа? И вот тоже наши проповедники используют спиритуализацию, духовное значение текста. Они говорят, и мы теряем Христа в суете нашей жизни. И что нужно сделать, чтобы найти Христа? Вернуться в храм. Вернуться в храм. Вот как аллегорически все идет. И мы находим Христа в храме. Мы возвращаемся в храм. Вот. Но если мы сразу переходим к аллегории, мы можем упустить оригинальное значение. Потому что перед этим еще что-то есть. Эта история говорит о Христе, о его власти. Он уже был ребенком, он уже мог говорить. Он уже был там, где отец его послал. И он уже был Богом тогда. То есть он уже проявлял свое божество. Одно из объяснений такому подходу, вот почему в нашей традиции такой подход превалирует, это, мы уже говорили об этом, идея превосходства знания интуитивного над знанием аналитическим. То есть, братья полагают, большинство, что те знания, которые получены в результате изучения кропотливой работы со словарями, справочниками, они мало что значат. Это в семинарии пойдет, научится, мало ли там, чему он научился. А вот когда Дух просветил, и они считают, что Дух сразу просветил, и мы открыли особое значение этого языка. Открыли значение, то есть текста этого, скрытое значение, нам Дух открыл. На самом деле, это не всегда то, что Дух открывает, просто то, что мы думаем или привыкли, или то, как нас учили толковать, мы так и делаем. Но плохо, если этот метод не позволяет нам заниматься углубленно изучением текста. Вот если мы, например, начинаем говорить о буре, и мы не думаем, что значил этот текст в контексте. Да. Тут еще опасность есть того, что каждый это усугубляет, тем более свое понимание своим прошлым мировоззрением. Да. Вот в чем опасность, вот в чем ошибка. Я думаю, то так. Да, то есть здесь проблема в том, что могут потеряться где-то границы. Что контролирует значение текста? Библия. Поэтому мы должны внимательно изучать Библию. Если мы можем подтвердить этот образ, скажем, мы говорим, что буря, это характеризует бурю жизни. Надо найти тексты в Библии другие, которые подтвердят нашу идею. Вот если мы найдем второй, третий отрывок, который подтверждает наши выводы, тогда мы имеем право что-то использовать. Если мы просто сами так подумали, этого еще недостаточно. Поэтому надо глубже изучать текст. Но я не призываю вас отказаться от такого метода, которым пользовались апостолы. Помните, апостол Павел говорит, не заграждаешь та у вала молотящего, а в валах ли печется Господь.
Я не понимаю, говорю, апостол Павел, так о валах же написано вам во второзаконии. У вала молотящего, который вот здесь молотит, пусть он перекусит, пока он молотит зерно. А апостол Павел говорит, здесь духовное есть значение. Не о нас ли написано, не о проповедниках ли, не о служителях. Или в послании к Галатам апостол Павел говорит, в этом есть иносказание. Агарь означает гору в Синай, в Аравии. Апостолы пользовались этим методом. То есть, но мудро, правильно, в соответствии с Библией. Поэтому я думаю, что мы можем пользоваться этим методом, находить, если это соответствует Библии. Но что нам нужно запомнить? Текст не может значить что-то другое, нежели он значил когда-то. То есть, нежели он значил в контексте, в оригинальное значение текста. Поэтому нам надо изучить оригинальное значение текста. Изучить, что стоит за этим текстом. А потом уже можно спиритуализировать или там, аллегорически находить какие-то формы. Особенно, если это подтверждается Библией. Вот аллегория, если мы находим какие-то образы, и они говорят, там цифра 7, допустим, или другие, мы уже говорили об этом. Аллегоризация, первый момент. Есть у вас какие-то комментарии по этому пункту? Вы, наверное, слышите тоже иногда в своих церквах, да? Часто. Мы наверное, и говорим. Часто. Мы слышим и говорим. Нет, это да. Если мы при этом сохраняем вот верность тексту, если не искажаем текст, конечно. Но главное, изучаем сначала текст. Второе, применение. Следующая возможность здесь сделать текст актуальным, показать, как он применяется к жизни. Библия была дана не для того, чтобы увеличить наши знания, а чтобы изменить нашу жизнь. Для этого была Библия. Поэтому всегда хорошие проповедники, если мы прочитаем Златоуста того же, Спеджина, Муди, они всегда применяли текст. Они всегда говорили о том, как применить этот текст. Какое он имеет отношение к нашей жизни. Джон Уэсли, например, вот он проповедовал, и он применял, призывал применять истину к жизни. Вот и он так говорил. Вот. Но если мы носим облик благочестия только один день в неделю, то все остальные дни не делаем ли мы наоборот? Не лучшие ли часы наших бесед проводятся в бестолковых разговорах и неуместных шутках? Даже более того, в несдержанных разговорах, которые скромные уши не могут вынести. А не многие ли из нас едят и пьют с пьяницами? И если так, то не будет ли чудом, если наши оскорбления тоже попадут на небо, и наши проклятия и ругательства будут услышаны Господом Саваофом. То есть он конкретно обличал в конкретных каких-то грехах, проблемах и применял Писание непосредственно к жизни. Есть интересный пример о Джордже Уайтфилде, вот как он так применял истину и как он умел применить истину Писания к жизни. Об этом рассказывает Бенджамин Франклин. Он однажды попал на собрание Уайтфилда, Джорджа Уайтфилда. А это собрание должно было посвящено сбору средств на какую-то миссию. И Бенджамин Франклин, когда пришел, он так подумал, ну, он от меня ничего не получит, я-то ему ничего не дам. Ну, послушай его проповедь. Он говорит, у меня в кармане была горстка медяков, 3-4 серебряных доллара и 5 золотых испанских монет. Говорит, когда я слушал его проповедь, сердце мое смягчилось. Я решил, питаться он послушал, ну, думаю, отдам я эти медяки все-таки. Ну, что-то есть в этом. Потом, говорит, я его послушал еще 15 минут, подумал, ладно, серебряные монеты все-таки пожертвую. А когда, говорит, я дослушал проповедь до конца, я высыпал все, что было в кармане. Вот настолько была проповедь вот конкретной, применимой, настолько он человек мог побудить другого. Вот. Мне вспоминается такая карикатура в одной христианской газете, вот когда стоит такой человек вот в одних трусах, вот при выходе из дома молитвы. Вот, и его спрашивают, что случилось? Он говорит, такая сильная проповедь была о десятине, все отдал. Вот, остался в исподнем, в нижнем белье, говорит. Вот это сильные проповеди, когда есть применение. Ну, мы тоже иногда даем какие-то конкретные примеры. Я не знаю, как вас в проповедях, но ну, в наших церквах иногда проповедники дают какие-то конкретные рекомендации. Скажем, посещать собрания, особенно среди недели. Вот как одеваться иногда говорят, вот как обращаться друг с другом и так далее. То есть есть у нас применение, но на самом деле его не так много, или может быть не такое оно широкое, как должно было быть. Может быть потому, что мы сами не знаем часто, ну как применить этот текст Библии. Как его применить в данных условиях? Ну, скажем, мы говорили, вот за все благодарите. Вот. Если мы не будем изучать Писание, мы не будем знать сами, как его применить и сказать об этом другим людям. А когда мы читаем Ветхий Завет, мы иногда и не знаем, а что можно применить, а что нельзя. Иногда в церквах идут споры, некоторые это применяют, это не применяют, как одежда женская, мужская, вот женщины в дни очищения и так далее, и так далее. И даже часто нет какого-то применения ясного. Поэтому нам надо изучать Библию для этого. Применение – это второй пункт. Третий – актуальные темы и ответ на нужды людей. Что делает нашу проповедь актуальной? Актуальные темы и ответ на нужды людей. Гарри Эмерсон Фосдик упоминал о спецах в экзегетике, которые предполагают, что до сих пор все приходят в церковь,
просто умирая от нетерпения узнать, что же случилось с хитеями. Вот. То есть некоторые проповедники думают, что людей все, что интересует в церкви, это что же случилось с хитеями. И они по этой причине приходят в церковь. Вот. Я не думаю, что многих людей это интересует. Вот. Гомеры, хамеры, и динары и прочее, и что случилось с хитеями. Их интересует, что нужно делать сегодня. И об этом говорил Иисус Христос. Помните, как Иисус актуально проповедовал? Он говорит: «Дух Господень на мне, помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И Иисус говорил что-то очень актуальное, близкое. Люди слушали, и они умилялись. Это было то, что им нужно было в данный момент. Он говорил о том, как вести себя с братом, как прощать. Он говорил о том, как жертвовать. Он говорил, где собирать сокровища. Он говорил о том, как любить и уважать других. То есть настолько у него было конкретное, ясное, четкое применение. Он говорил о самых насущных нуждах людей. Неудивительно, что народ слушал его с радостью. Если прочитать проповеди великих проповедников, они тоже так пользовались применением. Скажем, иногда даже до конкретных доходило советов. Например, Весли проповедовал, Джон Весли, об одежде. «Пусть ваше одеяние будет серьезным, не ярким, не воздушным и кричащим, не ультрамодным. Эти простые правила могут быть применимы к материалу вашей одежды и к тому, как вы ее носите». И дальше он советует не покупать бархат, шелк, ничего такого, что служит украшением или модным, не носить яркую и пеструю окраску, вот, не быть кричащим и так далее. То есть, ну, самые простые вещи, конкретные, пытался применить в жизни. Вот. Метод одного проповедника был следующим, рассказывает о методе Гарри Фоздика. Вот он обычно так делал. Он устанавливал внимание на какой-то проблеме или обращал внимание на какую-то проблему, допустим, пьянство. Говорил, есть проблема. Второе, он говорил о том, как мир пытается решить эту проблему и как эта проблема не решается. Или, скажем, проблема в семье. Как решает мир? Разведись. И он говорил о том, какие проблемы и решения мира. Третье, он говорил о том, что Библия говорит. И четвертое, что нам нужно делать на основании Библии, достичь духовного роста, что сделать. И вот здесь хорошим было такое применение, актуальная тема. Он брал актуальную тему, которой страдали люди, скажем, там, ну, поиски богатства, стремление к чему-то. Потом показывал, как мир решает эту проблему, больше, больше, больше. Вот. И он показывал, как Христос решает эту проблему и что нужно делать нам. Ну, самые актуальные темы можно найти в Библии. То есть, если вы хотите найти актуальные темы, вот, читайте Библию, почитайте книгу Екклесиаста, книгу Песни Песней, Нагорную проповедь. Берешь что ни стих, актуальная тема, самая актуальная. Вот и таким образом, вот если мы будем ярко, четко, понятно проповедовать Библию, у нас будут хорошие, актуальные проповеди. Итак, братья, следующий пункт, как сделать проповедь актуальной, это использовать современные события, происшествия или факты. То есть связать проповедь с актуальными событиями или происшествиями из жизни слушателей. Мы можем вспомнить Христа, когда он откликнулся на трагедию, случившуюся с галилеянами. Помните? Или помните, когда вдова пожертвовала 2 лепты, Христос сразу же, можно сказать, произнес проповедь об этом. Сказал, поучение какое-то вывез, связь. Апостол Петр в день Пятидесятницы, прежде чем начать проповедь, тоже привлек внимание слушателей таким образом. Или когда хромой исцелился, помните, и апостол Петр сразу связывает это с проповедью, проповеди своей. Вот он исцелился, сила Господня явилась, и начинает проповедовать. Мы помним апостола Павла и знаменитая проповедь, записанная в Деяниях 17 главе. Апостол Павел начал с жертвенника неведомому Богу. «По всему вижу, что вы люди набожные, ибо проходя там, я увидел жертвенник» и так далее. И люди сразу заинтересовались. Сразу заинтересовались. Мы начинаем с чего-то, что может привлечь внимание слушателей. Вот так, кстати, часто делает Билли Грэм. Да? У меня вопрос по этому поводу. Угу. Вот апостол Павел, ну как, не лукавил, а можно так сказать, что вот, ну, не совсем честно он так сказал, что тактический ход. Да, тактический ход применил, когда сказал, что я по всему видно, что вы люди набожные. Вот как его слова понимать? Это можно воспринимать как, ну, не знаю, может быть, даже не лукавство? Ну, я думаю, что здесь набожность лучше передать словом религиозность. То есть не в том смысле, что они святые люди, а в том, что они религиозные. То есть люди, которые стремятся к какой-то религиозности, к богам, поэтому у них много идолов. Хотя здесь, безусловно, элемент такого
Хитрости, может быть. Внимание, может быть, даже не сказать лести, но, может быть, мудрости такой в том, чтобы привлечь внимание. Вы действительно люди ли год. Но заметьте, он начал с этого, но он потом им сказал, что Бог не в этих камнях, и Бог не в рукотворенных храмах живет. Он потом раскрыл их глупость, безумие, поэтому они смеялись. Но он просто начал. Но здесь есть элемент такой, ну, может быть, сарказма даже, и иронии какой-то. Вот вы люди набожные, хотя вы истинно не верите. Да, то есть в наших проповедях это допустимо, да, вот если вот, допустим, ну, таким вот методом идти. Я думаю, что такое благородное, красивое и доброе отношение к слушателям, вот, ну, которое не переходит в какую-то явную лесть, но такое доброе возможно, когда мы к людям хорошо обратимся, когда мы их поблагодарим, когда мы что-то хорошее о них скажем. Вот, это, ну, прилично нормально, и красиво. Нормально. Отдать должное людям. То есть красивое обращение, благородное, доброе к людям. Я думаю, это будет хорошим. Я думаю, что можно это делать. Полезно. Я вспоминал Билли Грэма. Билли Грэм часто упоминает какие-то современные методы. Вот. Кто-то сказал, что если взять проповедь Билли Грэма, можно сразу понять, когда она произносилась. Потому что он процитирует какой-то случай, который был в той-то газете записан, или в той, или там произошел. Какие-то случаи, происходящие в жизни, новости. И он всегда это использует. Поэтому у него даже ясно, когда он говорил эту проповедь. И актуальные, какие-то актуальные происшествия и факты, то, о чем люди спорят на улицах, о чем говорят, они привлекают внимание. И потом, когда люди опять же сталкиваются с этим, они могут вспомнить проповедь. Конечно, Бог нас призвал, один брат когда-то говорил, что Бог не призвал нас проповедовать о терактах. Вот там случился теракт, мы сразу начинаем, вот как жизнь человека коротка и так далее. Мы об этом и не проповедуем. Посмотрите на апостола Павла. Вот он начал говорить о этих богах афинских. Но он буквально несколько слов об этом сказал. Он мог бы долго говорить о том, вот такие боги, вот такие. И он мог бы рассказывать обо всех, как он знает хорошо вот эту афинский пантеон, всех этих богов. Он не стал об этом говорить. Буквально минутка, и он сразу же перешел ко Христу. И вот я думаю, когда мы говорим о каких-то известных событиях, скажем, вот, когда мы говорим о выборах, происходят выборы в стране. Ну, ясно, мы тогда можем сказать проповедь на тему выбор. Мы готовили план. Но мы не говорим долго о выборах. Для нас выбор – это только зацепка. Схватили человека и начали говорить о Христе. Минутка какая-то, полминутки. Вот проблема, когда мы начинаем увлекаться, когда мы начинаем пересказывать и рассказывать все новости. Ну да, то есть проповедь может стать для людей способом узнавать свежие новости. Пришли, узнаем. Все ж, проповедник уже все это знает. Да? Ну, у меня просто такой случай был знакомый, когда в Беслане теракт был. У меня там друзья, много друзей. И я спрашивал, как звонили, спрашивали там раз, как вы там живете, что. Ты знаешь, говорит, этот теракт послужил поводом к любви. Я говорю, каким образом? Тем, что христиане Беслана прощают террористов. То есть, ну как, очень много проповедей прошло о прощении, о том, что христиане прощают террористов. Ну, сын погиб там, или дочь погибла, или что. И вот именно этот теракт, он послужил как. Ну, я не знаю, очень много людей покаялось. Зацепка, как повод. Зацепка, да. И что христиане простили, не пошли мстить ничего. Не. Так было даже в первое время, скажем, в Америке, после терактов 11 сентября. Сразу все церкви наполнились. Пока правда, было, там, потом опять чуть-чуть опустили. Прошло время, люди успокоились, все нормально идет, жизнь продолжается. А в такие случаи всегда людей стимулируют как-то, когда что-то происходит. Даже вот во время кризиса, сейчас такой, ну, кризис экономический, глобальный, и в некоторых случаях замечено, что люди стали больше жертвовать. То есть, как бы коснулось, а что будет? Они поняли, что деньги это все временно. Ты вложил их, потерял. Так лучше ли, может быть, Богу отдать, чтобы не потерять? И часто это влияет на людей. Да, это хорошо использовать такие вещи. Итак, современные события, происшествия или факты. Ну, то, что происходит в жизни, служит зацепкой для нашей проповеди. Понятный язык. Вот это очень важный пункт. Понятный язык. Посредством языка мы доносим истину до ума слушателей. Поймут ли нас люди? Иногда не понимают. Одну женщину спросили, понравилась ли вам проповедь? О, да. А будете ли вы исполнять то, что сказал проповедник? Нет. И она ответила, что говорить об исполнении? Я не осмелюсь предположить, что поняла такого великого человека. Вот если слушатели таким образом относятся и не понимают, что пользы в проповеди? Понятный язык. И здесь я бы разделил на несколько подпунктов. Первое – это понятные слова. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди.
говорил Екклесиаста. Иисус говорил понятными словами, ясными, понятными, четными словами. Вот. Наши братья и сестры, вот когда я читаю проповеди в «Братском вестнике», в журналах, некоторых старых наших журналах, «Христианский союз», «Баптист», я смотрю, что вот проповеди написаны ясным, понятным языком. Причем не то, что люди были неграмотными. Взять тот же Василий Гурьевич Павлов, он знал, может быть, 20 языков. Очень образованным человеком был. Иван Степанович Проханов, очень образованный человек. Тоже несколько языков знал, переводил литературу, знал богословие. Александр Васильевич Карев и другие. Но они проповедовали ясно и понятно, очень понятным языком. Не было каких-то терминов типа «атрибуты Бога». Вот, может быть, мы знаем, люди не знают, что такое эсхатология и многое другое, что люди не понимают. И это вызов для нас, говорить понятным языком. Вот, но одна из проблем, которая у нас сегодня, это то, что сам язык Библии старый уже. Это тоже иногда делает нашу проповедь или некоторые наши мысли непонятными. Дело в том, вы помните, когда Ветхий Завет был закончен, перевод Ветхого Завета? В 1876 году. Вот. Новый Завет был еще раньше переведен, 22-25 год уже закончен, публикация 825. Это был совсем другой язык, другая лексика. Вот. И понятно, что многие слова устарели. Вот. И можно примеров несколько привести. Скажем, слова в Библии, которые требуют перевода и объяснения. Вы проповедники, ну, некоторые из вас только начинают. Вот. Но знаете ли вы все эти слова? Знаете ли вы, что такое акриды? Саранча. Молодцы. Вот. Знаете, что такое алкать? Жаждать. Аспид. Аспид. Змея. Змея. А что такое благоутробный? Приятный, вкусный. Да. Благо для утробы, да? Да. Приятный для желудка. Для этого словаря. Это немножко другое, да. Интересно посмотреть в словаре Луки, написано в Луки, что по благоутробному изволению Божьему, по Божьей милости, исходящему из Божьего существа милости. Его сложно даже буквально перевести. Ну, можно, да, можно в контексте. Иногда можно в контексте понять. Но иногда, знаете, не поймешь в контексте даже. Слово брение, ну вы знаете, да? Ну, что суспензия, типа. Грязь, да, сделал брение. Вот, а есть много слов в Библии, которые заимствованы из православного церковного лексикона. Дело в том, что православные переводили, православные священники, ученые, вот Ветхий, Новый Завет. Есть многие слова, которые как бы приносились из понимания православной литургии, вот ветхозаветнюю, такие слова, как кадила, иерей, ипостась, ладан, кивот, милоть. Ну, некоторые вы знаете, да? Mm-hmm. Подир, попразднество, преподобный, причащение, риза, филонь. Принеси теплый, мне филонь. Теплый плащ кожаный. Это мы уже знаем, потому что в Новом Завете встречалось. Понимание филонь — это что-то плохое. Что-то плохое, да? Да, филонить это уже опять. Павел просил принести. Он замерзал. А филонь есть слово, получается, ничего не делаем. Да. А есть там слова, опять же, почти неизвестны. Есть в Библии слова, которые употребляются один раз. Ну да. Например, кесита. Монета. Монета. Так предполагают, точно даже значение не знают. Лета, малакия, рыболов. Это птица такая. Вот сардис, сардолик, название каких-то камней. Да. Потом название каких-то видов саранчи. Там салам, стактит, ну, да, бак, халман, да. Ну, металлы какие-то, цельница, чернуха и прочее. Есть много слов, это только я часть написал. Вот даже посмотришь на эти слова, ну, я всего даже не знаю. На первый взгляд я всего не помню всех этих слов, все значения. Надо словарик какой-то, справочник, чтобы увидеть это. Вот, и есть много-много таких слов. Я хочу вам такой мини-тест сделать. Вот давайте, вы так видно, что соображаете. Вот мини-тест. Не хвалите нас, не надо. Вот, слова. Вот как вы их будете... Ну, мы уже говорили, начнем... Корми, пачи. Так, на чем по порядку? Брение. Ну, это вы знаете, да? Смесь. Ну, смесь, грязь. Да. Чрево. Чрево, живот. Живот, хорошо. Ну, покебытие. Это вечность. Современность. Вечность. Как? Вечность. Вечность. Жизнь будущего века, буквально. Ну, да. Покебытие – это в жизни будущего века. Вот. Ну, благоутробно мы говорили. Ловитва – это бытие. Я здесь забыл поставить текст. Бытие 49:27. Будет вечером есть ловитву свою. Пища, может, какая-то. Да, ловитву, то, что рыба, словил, рыба, то, что рыба, поймал. Рыба, да? Ловитва, да. Превыспренних. Что превыспренних? Ну, на небесах. Да, что-то превознесенное, превыше да. всего, да. Скимны. Скимны, это львы или лепарды, что такое, на самом деле. Молодые львы. Молодые львы, да. Пустынные львы. А вот здесь нет слова скнипы. А что такое скнипы? Скнипы. Скнипы, тоже в псалмах есть. Комарь, вошь. Что-то такое, вот маленькое какое-то насекомое. Тоже. Паразит, да? Да.
Вот. Ну, что еще может Ризы, быть? Священнические одежды. Ризы, знаете, да, кольми. То кольми паче, там, насколько более... Глагол. Да, 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 вот. Подъяремный, вот. Маленький, да? Молодой. Под ермом. Под ермом, да? Да, да, да. Ложесна. Велигласно это... Грубо. Велигласно. Громко. Красиво. Да, это как лепо, велилепно, велигласно, очень красиво, высоко, лечиво. Да. Высокий слог такой. Бедра или что? Ложесна. Всякий младенец, разверзающий ложесна. Бедра, ноги или что? Всякий младенец, разверзающий материнскую утробу, да, бедра. Вот, ну, такое как-то интересно перевели, даже вот сложно сказать. Прещение. От прещения лица твоего там горы тают. Насыщение, что это? Нет, прещение да. это свет, наверное. От вида, от самого лица, от взгляда. Взгляда. От вида. От вида. Дроковый, я уже забыл даже, что такое дроковый. То ну, дрок это есть растение, это самое. Связано дрок. С растением каким-то, да. Я даже, да. Кустарник такой есть дроковый. Домодеры. Ну, другие, велилепный. Когда от велилепной славы донесся такой глаз. Великолепный. Великолепно, великой славы. Ведро. Ведро. Вы говорите, дождь. Это Матфея. Жара. Дождь. Жара, кажется, нет? Нет, по-моему... Ведра – это дождь, по-моему. Нет. Ведра – это ясно, наверное. Это ясно, ясная жара, погода, это жара, а потом жара да. Выходит, да. Ланиты. Вот щеки. Щеки. Вержение. На вержение камня отошел. Бросок. Бросок. На бросок камня. Вот ще. Вот ще. Вот еще. Нет. Вообще. Вообще. Это, ну, как бы, да, напрасно. Вообще, я вообще из там силу мою истощал. Не помню точно этот текст, но как бы вообще напрасно. Увязло. Увязло. Вот, не помню точно, это по-моему, связано с, одежда, с каким-то головным да. убором, с какой-то вот, одеждой. В некоторых библиях есть, кстати, словарики в конце, но не полные, там немного. Вот вы знаете много из слов. Кроме того, кроме этих слов, у нас еще есть так называемый ханаанский язык. Вот мы часто используем так называемый ханаанский язык. Ну, такие слова умные мы используем, как там, эсхатология, освящение, оправдание, умилостивление, искупительная жертва. Вот. Как рассказывают в одной церкви, ну или, ну, как говорят, призывают. Подойди сюда, бедная овечка, и стань под струю голгофской крови. Вот. Ну и мы представляем, там неверующий человек пришел первый раз. Причем тут какое животное? Что такая овечка бедная? Где кровь тут льется? Мы тут это понимаем, в чем дело. Мы уже хорошо понимаем. Это церковный язык. Это церковный такой наш язык, да. Сленг наш. Или, кто хочет отдать Богу душу, подойдите к кафедре, и братья наложат на вас руки. Ну, и тоже надо, его, да, надо объяснять, что это значит. Ханаанский язык. Вот. Проблема в том, в наших церквах некоторых это ценится. Вообще в православной традиции очень ценятся старые, пусть даже непонятные. Но главное старые. Вы даже, наверное, с этим встречались. И даже у нас иногда в церквах бывает, некоторые батя хотят что-то таинственное, непонятное. В православной культуре ценится древнее. Вы знаете, даже язык, который проповедуется, о котором они говорят, совершают литургию. И православные гомилеты, преподаватели, они даже поощряют некоторые использовать такой библейский освященный язык. И вот я читал одного православного гомилета, специалиста, он пишет, что лучше использовать чело, нежели лоб. Это будет красивее. Или очи вместо глаза, если вы проповедуете. Ланиты вместо щеки. Уста, нежели речь. Вот. Ну и, конечно, они здесь противостоят некоторым крайностям, потому что бывают крайности, они говорят, что, ну, одни говорят, вместо братья, братцы, там, или вместо крещения, купание, там, вместо чуда, диковинка. Они говорят, ну, некоторые бывают уже чересчур заходят в своем таком новшествах, поэтому стараются что-то сделать такое, сохранить этот старый добрый язык, да? Я как-то общался, просто слышал, значит, вопрос такой задавали, это, по-моему, Кириллу или я не помню кому, почему вот не хотят перевести на русский язык проповедь служения в православной церкви. Он говорит, что ради того, чтобы прославлять Бога, можно выучить и старославянский да, язык. Да, он говорил. Да, он говорил, ну а если Евангелие-то написано не на старославянском, тогда, по идее, получается, нужно выучить греческий изначально. Если быть язык. До конца последовательным, то надо, да. Вот. И еврейский, греческий. И еврейский, греческий, на язык Христа, да. На котором он проповедовал, да, тогда да. получается. Да. Ну, здесь мы сталкиваемся вот с той же проблемой перевода Библии. Вот в средние века, например, считалось, что можно преподавать Библию только на трех священных языках. На латинском, на греческом и на еврейском. И вы знаете, что было очень трудно начинать новые переводы. Новых переводчиков часто гнали. Это была очень сложная задача. Да, тоже было, когда в России переводили на русский язык Библию. Помните, была реакция, потом прекратили переводы, запретили. Библии сжигали. Сжигали на заводах кирпичных в Петербурге. Сжигали Библии переведенные, Новые Заветы. Вот, и четверо Евангелия.
Это же было когда-то с переводами Франциска Скорины. Белорусский первопечатник Франциск Скорина в 517 году еще это делал, вот когда реформация Лютера происходила. Он переводил на старобелорусский язык, его Библии сжигали в Москве. Это всегда было противостояние. Это происходит и в наше время. Вот, в наше время мы тоже так противимся новым переводам. Вот даже мы иногда так привыкли уже к переводу. Такой перевод. Мы знаем, где что написано, знаем все слова. Вот а тут появляются новые переводы, ну и как-то нам вот, непривычно. Лучше сохранить добрые, хорошие, старые. О переводах мы поговорим чуть позже. Хорошо. Когда-то на последнем занятии, нашем последних занятиях. Но в этом случае надо нам, наверное, проводить различия между евангелизационной проповедью и, скажем, проповедью в церкви. Скажем, ну, когда евангелизационно, ясно, там надо использовать понятный язык, близкий людям язык, вот, когда она направлена на неверующих. Если мы вспомним проповедь Стефана к верующим, помните, проповедь Стефана – это чисто церковная такая на Библии построенная проповедь. Он не объясняет ничего, они все знают. Они знают, что такое скиния, они знают все термины, всю терминологию, нет проблем. Когда вы проповедуете в старой церкви, там все верующие, наверное, даже не обязательно там вместо динаров, динары переводить в доллары. Ох, я знаю, некоторые люди возмущаются. Было такое, там вместо динаров сказал, сколько долларов, как в Библии динары написано. Или один брат сказал, вместо блудницы проститутка, это был скандал целый. Ну, может быть, лучше и не говорить так. Если вы проповедуете в старой церкви, где все знают эти слова, все их выучили, пожалуйста, говорите таким языком, ничего страшного. Если вы говорите новым людям, которые этого не знают, надо объяснять. Понятные слова. В любом случае, понятные слова. Не усложнять. Особенно студенты, те, кто уже что-то выучили, ну, они уже блистают иногда. Вот используют греческий или какую-то другую терминологию. Часто они даже не знают, о чем говорят. Вот. Ну, Господь простит, я надеюсь. Да. Простота речи. Мы можем вернуться ко Христу. Как проповедовал Христос ясно и просто? Рик Уоррен говорит, в то время как Иисус преподавал глубокие истины просто, многие пастыри поступают прямо противоположно. Они преподают простые истины глубоко. Они берут ясные тексты и запутывают их. Они думают, что это глубина. А на самом деле это муть. Вот так бывает с нами, когда мы углубляемся. И как он продолжает, Рик Уоррен, что некоторые пастыри любят демонстрировать свое знание, пользуясь греческим языком и академическими терминами. И каждое воскресенье, не будучи харизматами, они говорят на незнакомом языке. Их никто не может понять. Мы должны понять, что никого, кроме нас, греческий язык не волнует. Вот. И нас даже иногда не волнует. Поэтому надо так говорить, чтобы люди понимали. Вот. И сложные какие-то вещи не использовать. Чарльз Финей, по свидетельствам очевидцев, не просто проповедовал, а беседовал с людьми. Его могли понимать. Билли Сандей говорили, что он так проповедовал. И он говорил, что нужно класть пироги на самую нижнюю полку, чтобы их можно было достать. Чтобы люди понимали то, что они говорят. Чарльз Спержен говорил однажды, что некоторые проповедники говорят так, как будто бы аудитория их состоит из жирафов на таком высоком уровне. А там овцы сидят, и они не понимают, до них не доходит. Поэтому надо заниматься этим. Альберт Эйнштейн говорил, вы до тех пор по-настоящему не поймете чего-нибудь, пока не сможете изложить просто. Вот, пока не сможете изложить это просто. То есть вы должны просто излагать то, что проповедуете. А для того, чтобы говорить просто, надо готовиться. Надо много готовиться. Просто это не значит мелко, это не значит упрощенно. Это значит понятно, ясно и понятно. И таким понятным языком отличались многие проповедники. Например, Муди. Вот здесь у меня цитата о Муди. Муди проповедовал непринужденно и прямолинейно, словно болтал с несколькими близкими людьми. Муди просто-напросто болтал с 13 тысячами, как с 30, о том, что подсказывала ее Библия. Он просто говорил с людьми, и люди воспринимали хорошо. В биографии Муди, Джон Поллок написал биографию, на русский язык она переведена, очень хорошая биография Муди. Там написано, как Муди начал проповедовать в Англии. И вот один журнал выпустил такое критическое комиксы и такое критическое стихотворение длинное про Муди. И они так писали. Вайлингтон Холли, пробудители Янки, благочестивая пара Муди и Айра Санки. Привлекают, как сообщается, громадные собрания эксцентричными молитвами и забавными увещеваниями. Их манеры странным образом расходятся с молитвами. Чем серьезнее молитвы, тем манеры уморительней. Они благовествуют свое предвзятое учение на разговорном сленге и в торговых выражениях. В американских фразах формулируют писание и шуточки вставляют в благовествование. Вот этого многие не могли понять. Настолько просто. Казалось примитивно. Ну, и потом извинился этот журнал перед Муди. Все стало нормально. Но на самом деле Муди действительно проповедовал очень ясно, просто и понятно. И люди радовались, потому что понимали.
Вот. Так проповедовал Спержин, так проповедовали другие известные проповедники. Билли Грэм, возьмите, вот проповеди Билли Грэм, мы слышим, всемирно известный проповедник, вот настолько известный, миллионы аудитории, стадионы. Вот. Читаешь проповедь, ну настолько понятно. Вот я слышал, как одна семья долго собиралась, откладывала деньги, чтобы поехать в Чикаго, это было в Америке. Ну, это было, по-моему, то ли в начале прошлого века, то ли в конце позапрошлого. И там проповедовал известный проповедник Айрон Сайт, по-моему. И вот семья собралась, чтобы поехать послушать его, очень известный проповедник. И они побыли на собрании, потом вышли оттуда, и сын, 6 ему лет было или сколько, и он говорит родителям, я не понял, вот, ну, то есть... Чем этот человек известен? Я все понял, что он говорил. Что в нем необычно? Я, говорит, все понял, о чем он проповедовал. Вот, и сын так понимал, что если этот человек действительно великий, его не поймешь. А говорит, я все понял. Но в этом и состоит величие. Вот. Понимают ли вас дети в собрании? Насколько они могут понять вас? Не так просто проповедовать так, чтобы дети понимали. Чтобы дети понимали и радовались. Надо действительно заниматься и работать, чтобы... Это было ясно. И Билли Грэм даже работал над своим языком. Конечно, понятно, что мы должны проповедовать красиво, ярко, красивые слова использовать. Но в то же время, понимая то, что люди вокруг нас, и лексикон большинства людей довольно ограничен, вот, не нужно усложнять слова. Большинство наших слушателей составляют простые люди, которым нужны простые, ясные проповеди. И очень мудро сказал один епископ. «Заставить простое казаться сложным – это работа каждого человека». Но сделать сложное легким – это задача великого проповедника. Сделать сложное легким. Вот этой простоте надо учиться. Вот надо учиться этой простоте. Вот. И один из моментов, который, кстати, помогает пониманию текста, это длина предложений и понимание текста. Интересно, кто-то высчитывал, насколько связано понимание людьми текста и длина предложения. И не заметили, чем короче предложение, тем легче понимать человека. Вот это, кстати, используют газеты, вот такие, ну, особенно там, старающиеся быть популярными. Есть газеты такие солидные, как там Times или Washington Post, другие, Guardian. А есть такие обычные, вот как Московский комсомолец, и такая пресса, вот, можно сказать, чуть ли не желтая, да. Они стараются писать таким понятным, простым языком. Чем короче предложение, тем понятнее. Даже возьмите христианские книги многие, вот как пишет тот Макс Лукадо, тот же, вот мы вспоминали сегодня. Такие простые, короткие фразы. Вот большинство людей... Понимают и радуются. Вот чем короче предложение? Очень легко. Если 8 слов и меньше в предложении, очень легко понимается. 11 слов легко, 14 сравнительно, 17 стандартный уровень, сравнительно трудно 21, трудно 25 и очень трудно 29 и больше. Достоевский писал по 25. Ну, знаете, да, здесь еще зависит от того, как изложить речь, где поставить запятую, точку, какие знаки препинания. Как проповедник выражает мысль, паузы, если он делает. Если он это красиво делает, вот Виктор Агам, у него хороший, ясный, такой красивый язык. У него есть длинное предложение, но он красиво это строит, грамотно, и тогда людям понятно. То есть здесь тоже зависит много от интонации, от преподнесения. Но в целом надо стараться, ну, проповедовать ясно и понятно. Вот. Хотя, проповедуя, конечно, ясно, надо предостеречь от чрезмерного упрощения языка. Все-таки на кафедре мы не должны уподобляться... Там, Комсомольской правде или Московскому комсомольцу. У нас должен быть более красивый язык. Мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем красиво. И простой не значит бедный язык. Простой не значит безграмотный. Прочитайте хороших писателей, они будут писать понятно, просто, но в то же время красиво. Вот. И для этого нам неплохо читать хорошие книги, чтобы учиться такой красоте и в то же время яркости, ясности языка. Можно учиться у Экклесиаста. Библия говорит, старался Экклесиаст приискивать изящные изречения. И слово «истина» написано им верно. Тоже красиво. То есть здесь нет какого-то общего правила, что вот давайте делать по 8 слов. И у нас будут какие-то рубленые фразы, тоже кто-то не поймет. Люди разные в собрании сидят. И надо что-то среднее находить. И красиво, и понятно, в то же время красиво. Вот вы говорили, когда цитировали Спержина, да, его из одной проповеди, говорили вот про эту травинку, которая на восходе блистает всеми росой. Вот эта красота языка. Красота, да. Литература. Красиво. То есть образность речи. Вот. Простой не значит упрощенный. Образность речи. Вот. Иисус рисовал картины. Это было красиво. Я не знаю, как вы понимаете белорусский. Вот здесь у меня цитата есть из белорусского проповедника 12 века Кирилла Туровского. Вот как он образной речью, как он красиво преподавал, увещевал. И он так говорил.
он проповедовал, ущевал людей, проповедовал. Як зможем вытерпеть пекельный огонь, коли нават лазни горячей не здольны вытримать? Як вытерпеть жигала ядовитого червяка, коли не терпим нават укусу комара си мухи? И закликаючи прихожан у церкву, проповедник каже, коли б я раздавал у церкви мед ці пиво, як же хутко ішли б ви сюди, опереджуючи один одного? А я ж кажу у церкви слово Божие, лепей за пиво и мед. И это было красиво, и понятно, и красиво. Язык. И это привлекало и заставляло людей слушать со вниманием. И так отличались многие хорошие проповедники. Возьмите вот того же Чарльза Финея. Как он красиво говорит о любви Христа. Вот смотрите выдержка. И он так размышляет. Я представляю себе, как Петр спрашивает. Господи, на самом ли деле ты думаешь, что мы должны проповедовать Евангелие всем народам? И даже распявшим тебя. Да, Петр. Иди и найди того, кто плевал мне в лицо. Скажи ему. Иисус прощает тебя. А в моем сердце нет ничего, кроме любви к Нему. Иди и найди того, кто одел мне на голову терновый венок. Скажи ему, что я приготовлю ему в царстве моем венец без единой колючки, если он примет спасение. Найди того, кто взял из моих рук скипетр и бил меня им по моей голове, так что в нее вонзались колючки. Если он хочет получить дар спасения, я дам ему царственный скипетр, и он сядет со мной на трон. Найди того, кто бил меня кулаками по лицу и проповедуй ему Евангелие. Скажи, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Иди и найди солдата, пронзившего мне копьем ребра. Скажи ему, что к моему сердцу есть более близкий путь, чем этот. Скажи ему, что я прощаю его и что сделаю из него воина моего креста. Ну, какая образность, какая красота речи. И понятно, и красиво. И вот это то, к чему мы стремимся вот, выражать истину красиво. Вот мы вспоминали уже Джонатана Эдвардса, его проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Как он красиво пишет, что ты висишь на тоненькой ниточке, которую вот-вот пожрут языки пламени божественного, разорвав все на куски. Ты даже не думаешь о том, как Бог может спасти тебя и так далее, и так далее. И так красиво выражает образно. Или вот еще один пример мне очень понравился. Джипси Смита, тоже одного из проповедников знаменитых прошлых веков, о страданиях Христа, как он говорит. «Если хочешь знать, как дорого ты куплен, вернись этой долгой дорогой назад. Грех стар, но кровь еще старше. У Бога был Агнец еще до создания мира. И если хотите знать, как дорого стоило Богу спасти вас, вернитесь в начало, через могучее море времени. Но если это слишком далеко, поднимитесь на Голгофу. Отправьтесь в Вифлеем, в Назарет, в Гефсиманию. Вы когда-нибудь думали об этом? Это не было спланированным внезапным горем, вдруг охватившим его. Это была агония, задолго спланированная и ожидаемая. Когда он трудился в плотницкой мастерской и брал в руки кусок дерева, должно быть, он думал о том дереве, на котором он будет распят. И когда он брал в руки молоток, не кажется ли вам, что он думал не о каком другом молотке, как о том, которым будут его пригвождать? А когда он держал гвозди? Не думаете ли вы, что в его голове были какие-то другие гвозди, как не те, которые пронзили его руки и ноги? Рожден в чужом хлеву, похоронен в чужой могиле. Его первая подушка – солома, его последняя – терновый венец. Первые, кто окружал его – скот, последние – разбойники. Первый раз, где он отдохнул – чужие ясли, последний раз – чужой крест. И это было за меня, за вас. Смотрите, какая красота, как вот проникает, как вот душу наполняет вот эти слова, как входят. А если еще в оригинале, это уже перевод, я переводил, но на самом деле намного красивее звучит. То есть просто не значит примитивно. Можно проповедовать истину красиво. И любая аудитория лучше поймет истину, если она будет выражена красивым языком. И она запомнит истину, если подключится воображение. Тогда люди будут понимать. Проповедуйте понятным языком, используйте понятные слова, простую речь и образность, красоту речи. У нас осталось еще три пункта. Шестой – контакт с аудиторией. Для того, чтобы сделать проповеди актуальной, надо обращаться к людям. Словесный контакт с аудиторией. Великие проповедники отличались тем, что они умели налаживать контакт, ниточку проводили к людям. Например, Джонатан Эдвардс. Вот когда он проповедовал, он часто обращался то к пожилым, то к людям среднего возраста, то к детям в собрании. Вот. Спержин также говорил. Он иногда говорит, вот послушайте вы. Вот, ты, и обращался к каким-то категориям людей. Например, вот он проповедовал в своей проповеди «Небо и ад». «Позвольте мне предупредить вас, седовласые старички. Ваше время уже близко. О, бедные седые головы! Вы еле ходите, и неужели вы сделаете ваш последний шаг в западню дьявола?
Пусть малое дитя умоляет вас подумать. Далее. И вы, люди в полном расцвете сил, небезопасны. Ночь тихо спускается и на вас. Вы вскоре можете умереть. А вы, молодые люди, возможно, думаете, что религия не для вас. Мы будем счастливы, говорите вы. Давайте радоваться и веселиться. Но как долго, молодые люди, как долго? Когда мне исполнится 21 год. А вы уверены, что живете до 21? И вот он так обращался к разным людям, к разным категориям людей, для того, чтобы обратить их внимание. Вот так делал Муди. Он говорил, позвольте обратиться к вам, мамы. Вот, позвольте обратиться к отцам. То есть выбирали какие-то конкретные группы людей и обращались к ним. То есть, когда мы говорим просто в общем, там, Иисус умер, Иисус хранит, Иисус помогает, это одно. Но когда мы говорим, Иисус там, имеет отношение к тебе, к вам, пожилые люди, к вам, матери, Иисус может это сделать. Иисус извергнут был за ваши грехи, молодые люди. Когда мы конкретно называем людей или группы людей, тогда проповедь меняется, тогда сила меняется. То есть обращение к людям или группам людей. Ну, если вы знаете, вы даже можете обращаться конкретно и говорить кому-то там, послушай, ну, я не знаю, по имени даже, там, Петр, Иван, или что вот. И за тебя Христос умер, и за всех нас. Вот, или если группа людей, там, может быть, это будет лучше. Обращайтесь к людям в собрании. Еще один метод, который помогает наладить контакт с аудиторией, это вопросы. Иисус много задавал вопросов, очень много вопросов, если прочитать Евангелие. Кто-то заметил, что ну, у него больше половины случаев общения с людьми связано с вопросами. Он задает вопрос, а как ты думаешь? Вот, а как то? Апостол Петр. Чего хочешь, чтобы я чего ты хочешь? Задавал, спрашивал. Вот, и когда к нему приходились вопросы, он в ответ задавал вопросы. Вот, и так тоже делают проповедники. Вот, подходят и задают вопросы. И так Вестли, например, говорил, просто проповедует и сам как бы себе задает вопрос. Но может ли естественным образом человек иметь в себе гордость и не гордиться, злость и не злиться? У человека может быть гордость, он может думать о ней в некотором отношении больше, нежели должно и быть гордым по отношению к некоторым деталям. Он может иметь злость без применения его. Но могут ли злость и гордость быть в сердце, где есть гордость и смирение? Нет. И он отвечает. Он как бы задает вопросы и отвечает. И это тоже заинтересовывает. Это какой-то контакт. Мы как бы себя чувствуем на месте людей. Билли Грэм, кстати, так делал. Помните, он говорит, но вы спросите меня, Билли, ну как это сделать? Он как бы сам вот становится на их место, он говорит, так сделайте, выйдите или пойдите. Вот и говорил о том, как нужно покаяться. Контакт с аудиторией. Седьмое, предпоследние актуальные образы и примеры. Ну, я бы так назвал, перевод Библии на современный язык. Это связано уже с предыдущими пунктами. Понятные, близкие людям образы. Сеять. Например, Иисус Христос как проповедовал, о чем он говорил? Сеятель, поле, закваска, невод, овцы, дверь, пастырь, самарянка, он говорил о воде. Он говорил о том, что людям было понятно. Он не говорил о каких-то сложных концепциях. Пойдите в деревню, где-то проповедуйте пожилым людям. И вы станете приводить примеры, связанные с компьютером. Кто вас поймет? Кому это надо? А вы им расскажите о коровах, об овцах, о том, что они знают. Вот, приведите примеры из сельскохозяйственной жизни. То есть каждым людям мы говорим понятными, актуальными образами и примерами. Вот мне очень нравится вот этот текст, я уже вспоминал Аввакума, последние стихи 3 главы, когда Аввакум заканчивает свое послание. Помните, он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, там, и так далее. А я вот задумываюсь об этом, и я думаю, вот, ну, хорошо, восторженные слова, но я проповедую об этом. Не расцветет смоковница. Вот, а человек сидит и думает, а как вообще цветет смоковница? Вот что такое? Ну, никогда не видел. Маслина изменит. Да все равно, изменит, не изменит. У меня в холодильнике полно еды. Ну, какая разница, изменит маслина, смоковница не расцветет где-то в Ливане или в Израиле. Вот. Если не станет овца в загоне, будет ли радоваться житель крупного областного центра? Да ему все равно, он не видел овец, у него есть все в магазине рядом вот, Сберегайка или все другие, вот, эконом, многие другие магазинчики, он идет и покупает. Вот. Но смотрите, как может проповедник переделать этот текст. Он может сделать его актуальным. Он может показать людям, каким высоким был дух Аввакума. И он покажет, что значит радоваться в самой неблагоприятной ситуации. Он бы так сказал. Хотя бы у меня отключили телефон, электричество и отопление. Хотя бы перестала работать канализация. Хотя бы в магазин не завезли молока и хлеба, на рынке не было бананов, картошки, хотя бы зарплату не выплатили вовремя, хотя бы машина исчезла из гаража, хотя бы мне не открыли визу и так далее, но я и тогда буду радоваться о Боге спасения моего. Представляете, когда мы читаем о смоковнице,
Ну, какая проблема нашему соотечественнику печалиться, когда смоковница не цветет, если он ее не видел и не знает. Но вот когда свет отключают на 5 минут, все, компьютер не включить, не позвонить, связь с миром прервана, свечку искать, ничего не знаешь. Человек не знает, что делать, человек в панике. Без света он современный человек, в большой квартире он не знает, как жить можно, как вообще, что делать. Кофе не выпить, ничего невозможно сделать. И можно ли радоваться в этих обстоятельствах? И вот здесь проповеднику важно показать, насколько вот эти тексты применимы к нашей жизни. Вот так показать их, чтобы человек понял, что это относится ко мне, это относится к моей ситуации. И переводить Библию на современный язык, своего рода делать свой личный перевод на современный язык. Ну, некоторые так делают, я слышал, такие переводы делают, скажем, притчи, допустим, там притча о милосердном самарянине, там делают ее притчей о коммунисте милосердном, что вот там баптист не помог, там пятидесятник не помог, а вот коммунист помог и так далее. Но здесь есть такой момент, я бы не стал сильно менять притчи, потому что они уже есть, они привыкли, они на слуху, у них есть какой-то свой контекст. Некоторые люди даже обижаются, о, зачем так испортил притчу, такая хорошая была притча, и это сделал. Но я бы рассказал что-то похожее, но другое. Например, реальный случай, вот я здесь представляю, притча о машине, застрявшей в снегу недалеко от одной из церквей города Могилева. Вот это реальный случай, когда наши братья где-то уезжали с одного города в другой на служение, и в снегу снег был, очень много снега было той зимой, застряла машина, встала, все. Вот и они послали сына, там два человека было в машине с сыном одного водителя, он побежал в церковь туда на собрание. Они чуть раньше выехали, еще собрание не закончилось, и сын потом прибежал обратно и говорит, ну, там еще поклонение не закончилось. Сказали, потом подойдут, но пока еще поклоняются. Вот. Ну, что делать? Толкают, братья толкают, идет какой-то культурный человек хороший, спрашивает, ну, помоги. Он говорит, здесь без трактора не обойдешься. Да, махнул рукой, пошел, говорит, не мог. Ну, а потом шел какой-то пьяница, там два человека. Ну, знаете, пьяницы люди добрые такие, как немного выпьют, так в меру. Вот. Говорит, ну, помогите, люди добрые. Они говорят, ну, Вася, ну, что не помочь? Давай толкнем. Налегли, толкнули и поехали. Вот, ну, братья там остались пока прославлять Господа. Вот, культурный человек ушел, пьяница помог. И такие примеры нам показывают. То есть, может быть, не обязательно даже переделывать притчу библейскую, но привести современный пример, как сегодня это работает. Как мы сегодня забываем о том, что нужно помочь людям. Ну и какие-то современные притчи. Ну, я здесь привожу, это наши студенты придумали притчи о неводе из безбилетниках, там, о том, что там зайдет контролер и посмотрит, и проверит, и потом, кто будет без билета, тех выведут и так далее. Там, или вот притчи там о квартирантах есть такие. Вот вместо того, чтобы в аренду виноградник там сочиняет притчи, вот скажем, как квартиру сдали в аренду. Вот и потом не хотели отдавать деньги за аренду, потом посылали там одних, других, третьих, они все не хотели, и в конце концов убили там человека. Вот, ну и так далее. Вот, то есть можно придумывать, но здесь надо культурно. Я думаю, что когда мы приводим притчи, связанные с Библией, надо быть аккуратным, потому что некоторым людям может показаться это кощунственным, вы переделали притчу. И вместо того, чтобы произвести впечатление, вы наоборот оттолкнете людей. То есть вы цели не достигнете. Вот, потому что если человек послушает, и он так скажет, как так сделал, и вы не достигнете цели. А главное внимание ваше не шокировать людей, главная цель, а передать им какую-то истину. А если вы шокировали, а истина не передана, какой смысл? Да. Ну, если, вот, к примеру, можно, применимо ли это, если рассказав притчу и присовокупив в проповеди случай из жизни, вот, допустим, вот как вот с компьютерными, да. Рассказав, да. В оригинале притчу, вот, да. И реальный пример просто рядом поставить. Да, да, я думаю. Я думаю, это даже лучше, нежели переделывать вот те притчи. Не переделывая, да. Притчи. Те притчи можно оставить, вот я здесь приводил, да, те притчи, скажем, но можно какую-то свою, то есть как бы не переделанную, а сделать свою притчу. То есть надо как-то красиво это сделать, так, чтобы люди поняли. Хотя притча о самарянине, это был шок для людей. Это можно себе представить, как это шокировало фарисеев, книжников, поэтому ясно. Но здесь лучше самому придумать, это было бы лучше. Примеры жизни, что может быть сильнее? Примеры жизни. И последний пункт, братья. Проповедуйте Евангелие. Если вы хотите сделать проповедь актуальной, проповедуйте Евангелие. Проповедуйте Евангелие. Проповедуйте благую весть. Филипп проповедовал Христа. Петр в день Пятидесятницы проповедовал воскресение, смерть Христа. Апостол Павел начинал с жертвенника неведомому году, но Богу, но буквально через минуту перешел ко Христу. Джон Весли, особенно в первое время, часто проповедовал о Христе. У него был любимый стих.
От него и вы во Христе Иисусе, который сделался вам премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Интересна запись в дневнике Джона Весли. Он как пишет. В год своего, через год после своего обращения, в 1739 году. 14 июня проповедовал Блэкхед 12-14 тысячам людей на свою любимую тему об Иисусе Христе, который сделал среди нас премудростью от Бога, праведностью и освящением. 17 июля на вершине холма Брэдфорда предложил тысячи человек Христа как премудрость, праведность, освящение и искупление. 7 октября на деревенской траве в 5 милях от Глочестера я призывал всех присутствующих, 3000 человек, принять Христа как единственную премудрость, праведность, освящение и искупление, и продолжал говорить об этом 2 часа. 15 октября в Южном Уэльсе проповедовал 3-4 сотням простых людей о Христе как нашей премудрости, праведности, освящения и искупления. Хороший проповедник всегда говорит о Христе. Он начинает с любого текста и приходит ко Христу. Он начинает с похорон, но заканчивает Христом. Он начинает со свадьбы, но заканчивает Христом. Всегда мы переходим ко Христу. И наша задача проповедовать Христа во всей полноте. Христа, Его служение, как Спасителя, как Создателя, проповедовать Его любовь. Потому что Иисус уместен и актуален всегда. Иисус актуален всегда. Евангелие актуально всегда. Потому что Евангелие говорит о вечных проблемах людей. Оно говорит о грехе. Оно говорит об одиночестве. Оно говорит о любви. Оно говорит о семье, о смерти. Я уже говорил, откройте вот любые тексты Библии, откройте ту же Нагорную проповедь. Что может быть актуальнее? Возьмите книгу Иакова, послание Иакова. Разве не актуально? Он говорит об отношениях и дискриминации там, по поводу, по богатству. Вот богатому сядь здесь, бедному там. Об этом можно проповедовать. Вот. О мудрости, радости в испытаниях. Мы радуемся в испытаниях. Кризис начался. Как радоваться? Вот он говорит, радуйтесь в искушениях. И Иаков дальше пишет об этом. Потом о словах, о правильном учении, как учить, как говорить правильные слова. Пятая глава, Иаков говорит о богатстве. Послушайте, вы богатые. Разве не нужная проповедь? Полезная сегодня. Вот. Золото и серебро вас заржавело, и богатство ваше изъедено морью. Что собирать? Где собирать сокровища? Вот мы об этом проповедуем. Вот. Мы и ведем ко Христу. Актуальное событие – это всего лишь зацепка, как мы говорили, для того, чтобы привести ко Христу. И это очень заметно у Спержина. Когда вы посмотрите на название проповеди Спержина, посмотрите, сколько он говорит о Христе. Постоянно о Христе. Вот заголовки его проповедей. Христос и дело Отца. Христос сила и премудрость Божия. Христос вознесенный. Христос наша Пасха. Христос в завете. Христос, Христос, Христос. Вот и то, что сегодня может сделать открытие, я думаю, любой проповедник, одно из важнейших открытий, это проповедь оправдания и спасения по вере. Нам кажется, что к этому так привыкли, мы все об этом знаем. Но если мы вновь ярко, свежо, глубоко откроем Писание, тоже послание к римлянам, и покажем, и расскажем об оправдании верой, это то, что нужно людям и сегодня. И сегодня. Вот. И это будет менять людей. Вот. Это настолько нужно вот, знать эту истину об оправдании и напоминать нам себе об этом, потому что мы забываем. Мы забываем о том, что мы оправданы верою, и мы начинаем опять думать о своих делах, мы переживаем, мы унываем, я недостоин, я не так делаю для Господа, потому что забываем о том, что Господь сделал для нас. И надо и снова напоминать об этом, о том, что делал для нас Господь. Проповедуйте Евангелие, проповедуйте Иисуса Христа. Проповедник – это своего рода Иоанн Креститель, которому нужно всего лишь указать на акт Собожия. Иоанн был только глазом, а голос даже нельзя увидеть. Иисус – жених, а Иоанн – только друг жениха. Иисус – свет, а Иоанн – скромный светильник. Иоанн. И проповедник – это как Иоанн. Он показывает Иисуса. Проповедника не видно. Видно Иисуса. Он показал, что значит Иисус, что Иисус сделал. Вот это тогда мы будем проповедовать актуальное Евангелие. Проповедь будет актуальной. Итак, что нужно, чтобы сделать проповедь актуальной, понятной? Может быть, метод аллегоризации или одухотворения, применение текста, актуальные темы и ответ на нужды людей, современные события, происшествия или факты, понятный язык, контакт с аудиторией. Ну, это уже произнесение больше касается, правда. Здесь, может быть, я-то добавил. Но я имел в виду, что в тексте мы добавляем такие вещи, когда обращаемся к конкретным группам людей. Вот. Актуальные образы и примеры, перевод Библии на современный язык и проповедь Евангелия. Я думаю, это будет хорошим заданием для вас, домашним, братья. Вы начали готовить проповеди на Пасху. Скоро Пасха. Давайте подумайте о том, как сделать вашу проповедь актуальной. И завтра
Расскажите о том, что вы придумали, какой из пунктов вы использовали. Вот. Ну, все невозможно здесь сказать. Понятный язык, длина предложений, вы это еще не напишете. Но скажите, может быть, вы используете какой-то современный случай, который людям понятен и близок. Может быть, вы сможете ну, как-то аллегоризировать, ну так красиво скажем, как Господь отваливает камни. Тоже можно такая идея сделать. Может быть, вы придумаете, или как на современный язык перевести то, что там написано. Как сделать так, чтобы оно было понятным. Как сделать так, чтобы весть о воскресении стала для людей актуальной. Чтобы люди не послушали еще раз о том, что случилось 2000 лет назад, но чтобы они поняли, что это нужно им, это близко им. Ну, а сейчас спасибо за терпение. Час дня. Я думаю, время заканчивается.